Праведник – это не тот, кто ни разу не ошибся, живя на земле. Праведником считается человек, который признает себя грешником. Это настоящий праведник. Что такое цадик, цдака, цедек? Цедек – это правда. И в Писании, в псалмах очень часто употребляется слово цдака в смысле правда Божья. Поэтому праведник – это тот человек, который дает себе правильную оценку. Он говорит: да, я грешник, у меня проблема, мне нужно лекарство. Я должен начать свой процесс исцеления души, внутреннего своего человека. И поэтому он обращается к Богу в молитвах, поэтому он, обращаясь к Богу в молитвах, кается, беря ответственность перед Богом за свои поступки и, анализируя их, говорит, что: Творец, я действительно согрешил, я неправильно сделал вот это и вот это, прости меня. Когда человек ведет себя подобным образом, постепенно меняется его природа. Но при этом, живя на этой земле, он продолжает работать там, где он работает, жить в той же семье, где он живет, иметь те же увлечения, хобби и так далее, но его внутренний человек уже идет по пути исправления, и это является частью исправления мира, которое начинается с исправления мира внутри нас. Наша проблема в том, что мы утратили этот мир. Мы все беспокоимся, мы все нервничаем, мы все переживаем. Знаете почему? Потому что мы были изгнаны из Эдемского сада, из рая Божьего. Мы хотим этого или нет в природе своей. У нас все время внутри беспокойство, тревога. Нет стабильного состояния. Поэтому мы можем в жизни сделать много ошибок, друзья. Но все это можно исправить молитвой покаяния. Все это можно изменить, согласившись дружить с Богом, общаться с Ним, разговаривать с Ним, тратить свое время на то, чтобы почитать Священное Писание, на то, чтобы помолиться Создателю, тратить свое время на то, чтобы приходить в собрание, где собираются такие же, как ты, верующие люди, чтобы быть вместе, чтобы, как здесь написано, утешать друг друга вот в этом братском общении –